Мне предложено было чуть-чуть как бы озвучить ту идею, которой посвящен вот этот праздник День Защитников Отечества. Ну, вы все, и мы когда-то были детьми, мы все с вами родились в семье. Семья, мама, папа и дом. Вот из таких семей вот рождаются такие цветы, как вы, дети. Прекрасные, замечательные, умные, успешные, целеустремленные. Спасибо! Благодарность вам. Вы живете в доме вместе с семьей. И вот из таких домов создаются вот наш поселок Дружба, потом наш город Мытищи, Московская область и вся наша великая Россия. Вот теперь представьте, если вы лично свой дом откроете окна, откроете двери и скажете, все, дверей нету, снимаете их, выбрасываете, окна выбрасываете. И кто хочет, ходит туда-сюда, заходит, выходит, заносит, уносит. Что после этого с домом станет? Ничего не останется. Вам даже жить негде будет, да, все разберут. Вот примерно то же самое и с нашей матушкой России. Если двери надежно закрыты, если окна надежно закрыты, внутри порядок, законный порядок, то же самое мы внутри можем жить и развиваться успешно, и быть здоровыми и целеустремленными. Вот в этом и есть смысл защитника Отечества, что он смотрит, чтобы никакие враждебные силы из снаружи нашего дома, как и вашего дома, как и наших городов, как и нашей великой России матушки, не проникли внутрь, чего-то здесь зловредного не натворили и не унесли отсюда. Понимаете? И, соответственно, мы все будем все беднеть, 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 все вместе. Так вот, в этом и есть смысл защитника Отечества. Он защищает наш дом, ваш дом, наш общий дом, Россию. И каждый дом из каждого из вас в отдельности здесь сидящий. И он несет службу именно сейчас. Если ваш дом свободен, вы можете свободно учиться, значит, именно в эту минуту кто-то где-то несет боевую службу, защищает ваш и наш дом. Поэтому сегодня мы с вами можем как спокойно учиться и развиваться, понимаете? И вот этому как бы идее я и хотел бы, чтобы вы поняли, что профессия защитника Отечества, а этой профессии учатся в военных учебных заведениях, есть еще такая фраза, есть такая профессия «Родину защищать». Вот этой профессии учатся в военных учебных заведениях. Если у кого есть интерес, я могу вас проконсультировать, каким образом вам можно составить после выпуска из школы вашу последующую жизнь, с учетом, может быть, кто-то захочет стать военным, профессиональным военным. А может, кто-то послужит в армии, вернется, а потом захочет вернуться в армию. Как бы лучше построить какие-то рекомендации. Поэтому мы всегда открыты через руководство школы. Предлагаем вам и таким образом. В частности, ваше участие в наших спортивно-патриотических мероприятиях и какие-то выдача вам грамот в соответствии с приказом Министерства образования в последующем зачитывается при поступлении в высшие, в том числе военные учебные заведения. То есть, когда вы поступаете, говорите, а что же вы такого сделали хорошего, товарищ ученик? А вы говорите, вот, я участвовал здесь, я здесь участвовал, здесь, здесь. Вот Алексей Шаскин, у него уже там целая пачка этих дипломов экрана. Понимаете? Вот он приходит, говорит, вот я какой отличник боевой и психологической подготовки. Вот, нам такие нужны бойцы и солдаты. Защищать нашу родину. А теперь прозвучит песня.
ваша пятерка, каждая ваша победа на соревнованиях, это ваша победа, это наша победа. Мы все сильнее от этого, мы все вместе крепчаем. И кто против нас что-то плохое задумает, он подумает, может, с этими ребята лучше, ребятами лучше не связываться. Они такие победители на рыцарских турнирах и принимают активное участие и в школьной жизни, и в общественной деятельности. Успех!